Это причалы парома. Здание Нижнего Манхэттена. Вот виднеется башня Свободы, статуя Свободы и суда, проплывающие рядом. Теплоход Circle Light, осуществляющий трехчасовую экскурсию вокруг Манхэттена. Статуя Свободы и парусник справа. Яхта, идущая к свободе. Статуя свободы. Вот билдинги Нижнего Манхэттена. Возвышается башня Свободы, которая, когда будет достроена, ей будет добавлена еще антенна более 100 метров, она тогда достигнет 1776 фит. Это потому, что в 1776 году была независимость Соединенных Штатов от Англии объявлена. Вот опять эти билдинги и другие, и Battery Park. Опять башня Свободы. Я ее снимаю много, потому что это знаменательное здание, оно будет самым высоким в городе. Она имеет символическую высоту, будет иметь. Вот это растительность на набережной Гудзона. А здесь яхты. Вот двухмачтовая с очень высокими мачтами. Вот еще яхты. Вот там видны много мелких яхт. Это школа обучения плаванию под парусом. Опять башня Свободы. Не правда ли она грандиозная и красивая? Да. Опять эта башня. А вот сюда, на Гудзоне. Видите, много парусников. Яхты. А вон проплывает океанский лайнер. Вот это здание Брайант Парк. 42-я улица между 5-й и 6-й авеню. Вот опять. Это все рядом с Брайант Парком. Это тоже снято со самого парка, вот эти билдинги.
И вот большой билдинг со шпилем. А вот пошло.